Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Кадир в бешенстве из-за того, что Вели атаковал его, используя мать. Насколько Кадир приближается к Вели, настолько тот становится хладнокровней. Джемре разозлится после рассказа Кереме, ее реакция станет жесткой. Однако у Керема есть пара слов, которые заденут ее сердце. Мысли и чувства Джемре запутались, она ищет ответы на свои вопросы насчет Керема у Зейнеп и Кадира. А Керем в то же время пытается выжить в тюрьме. Бельма в растерянности из-за шантажа Якупа. Она рассказывает обо всем Демиру. Демир, осознав, что звучит сигнал опасности, попытается отвлечь внимание Джемре на другие вещи. А Джемре вновь появляется перед Керемом. Кадир понимает, что Вели прекрасно знает, о чем он думает, поэтому просит Зейнеп быть осторожнее. А посмотреть пятую серию турецкого сериала «Столкновение» вы сможете уже 20 декабря. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!